За селедку что не сделаешь, да? Во рту все лучи насчитываются до 38 зубов. Они нужны, чтобы схватывать и удерживать добычу. Ну что, Маша, поохотимся? Да, видишь, не видно. За этой скалой. Пусть очень прекрасная реакция. Они настоящие хищники. Потрогать хочется. Давайте закрепим успех. Есть такие зрители, которые разбрасывают окурки, бутылки, палочки от воды, бантики от шоколада. Но даже Маша знает, что мусор надо складывать в урну. А еще Маша отличная хозяйка, поэтому возьмет тряпочку и помоет рабочее место. Чистюля Маша, прилежная хозяйка. А сейчас шикарная стойка морского льва Сивуча для всех зрителей. Давай выходи, выходи. О! Она интересно, не кормит их, а кормит только во время выступления, да? Да нет, конечно, что. Но для дрессировки-то тоже кормят. Заслуженные аплодисменты Маши Гивели. Это у них просчитано, да, наверное, каждый селедка, там вес. Ну, конечно. Классная. Мне кажется, я бы... Вскоре Сивуч по имени Маша и ее тренер Вера скажут спасибо нашим артисткам. Почему не возникло в детстве мысли поплавать по дрессуре каких-нибудь дельфинов? Классно. И провожаем...